И сегодня же глава государства принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда Аль-Арики. Стороны рассмотрели вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что перед правительствами двух стран поставлена задача по наращиванию объема торговли до 1 миллиарда долларов. Президент подчеркнул важность укрепления взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание уделено вопросам взаимодействия в сфере информационных технологий. В завершении встречи глава государства наградил посла орденом «Досток» второй степени в знак признания его заслуг в деле укрепления сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ.